Друзья мои, приветствую! С вами, как всегда, Алексей Азаров. Вы находитесь, как всегда, на канале недвижимости в Италии. Сегодня с вами в городе Бордегера посмотрим классную виллу в 650 метров квадратных с шикарным парком, со своей небольшой рекой, ручьем, в очень приватной закрытой зоне, но всего лишь 600 метров до моря. Поехали! Выполнен в таком провансаль стиле, прованс. Очень большой участок, редкий на нашем рынке. Сейчас посмотрим все в спокойном, не спешащем режиме. Есть гараж, есть парковка. Даже есть небольшая теплица. Если там смотрите мои ролики, иногда 100 лет назад попадаются виллы с такими небольшими теплицами. Раньше это было крайне модно. У нас кочегарит весна полным ходом. На улице уже плюс 18. Поют птички, поет весеннее настроение в душе. И, как всегда, наш девиз – надо брать. Нечего откладывать, пора высиживать. Живем раз в жизни, поэтому надо брать от жизни все, наслаждаться. Иначе за нас это никто с вами не сделает. Сейчас мы с вами смотрим заднюю часть сада. Смотрите, какой красавчик, а? Миллионы лет растений. Как всегда, не могу обойти, все дружно кричим, 4 урожая в год. Уникальный микроклимат. Не знаю, я прям от этого очень в восторге. Смотрите, а? Шикарный, шикарный сад. Вид на море. Несколько входов на данную виллу. Вилла состоит из 3 этажей, можно даже 4, потому что нижний этаж, самый последний, там живут люди, которые ухаживают за данной виллой. Сначала с вами все обойдем снаружи. Вот нижний этаж, отдельные апартаменты, где живут работники, помощники.
Вы когда-нибудь такое видели? И все это относится к вашему участку. Надо по-любому запруднять и разводить рыбу. Запах стоит жесткого эвкалипта, который над нами. Ой. Сейчас всю карму себе прочищу такими ароматами. Есть еще дополнительный въезд. Смотрите, как все расчистили. У меня было как-то несколько лет назад это видео. Здесь сейчас все по-другому выглядит. Вы знаете, я видео свои никогда не удаляю. Уже 14 лет, по-моему. Как быстро летит время. Можно сюда спуститься. Все это парк, территория данной виллы. Вот они, красавцы, висят. Обливное дерево. Запах, жалко, что еще не научили запах передавать здесь. Цветов цветет все. Благоухает. Причем все цитрусовые сладкие. Даже здесь, у этого сорта лимона, видите, такая пористая, это очень сладкая кожура. Из нее получается очень вкусный желе, из него получается горькое, вкусное, сладкое. Ну и сами они, мы их так едим, как яблоки. Шикарный сорт, смотрите, огромный, просто как больше моего кулака. Вот здесь на машине вы заезжаете. И у вас вот здесь гараж. То есть раз, два, три, четыре этажа у нас. Ну, большой дом, 650 метров. Это китайские мандарины. Кожура, наоборот, сладкая. Очень. А внутри аскорбинка. Так, ну, давайте. С чего начнем? Начнем с террасы.
вид на море. Повторюсь, до моря идти до центра города 600 метров. И перед вами, видите, никого нет. Все это ваша территория. Очень много плюсов, потому что privacy. Здрасте. У нас здесь просторный зал с камином. Ну, в принципе, это, кстати, не основной вход. Основной вход вот здесь. Красивая деревянная дверь. Здесь гардеробная, гостевой туалет. Камин работает. Кондиционеры есть. Понятно, что на каждый вкус. Здесь у вас столовая. Надо делать ремонт. Но, как я всегда говорю, место купить не можно. В смысле, поменять его нельзя, место. А все остальное можно поменять. Здесь небольшая обеденная зона также. Все закрывается, кухня. Сейчас будет это все в листьях, в листве, и вообще будет здорово закроет этот дом, здание. Здесь еще один вход, который мы видели с той стороны с вами. Лестница, ведущая на нижние этажи и на верхние этажи. Здесь мы с вами уже были. Небольшая кладовка и ванная, и спальная комната с ванной комнатой. Здесь у нас спальная комната с ванной комнатой. Небольшой балкончик. Встроенные шкафы. Здесь также идут шкафы по обе стороны и две зоны отдыха. Спальная комната, ванная комната.
И здесь также ванная комната, спальная комната. Здесь небольшая спальная комната. Решетки, конечно, надо все пилить. И вообще, как всегда, я люблю окна в пол. Больше воздуха. Просторная спальная комната и ванная комната. Интересно, здесь лифт, что ли, раньше был? Надо спросить. Может, тут подавалось сразу что-то. А, нет, это не лифт. Получается 4 спальные комнаты, 4 ванные комнаты. На этом этаже еще одну, то есть 5 спальных комнат, 5 ванных комнат на данном этаже. Внизу 6-я спальная комната и ванная комната. Ну. И сейчас еще спустимся с вами еще ниже. Там тоже и зона отдыха, и ванные, и спальные комнаты. Давайте отсюда начнем. Здесь просторная такая игровая с выходом на террасу. И там можно спуститься и пойти в сад, выйти в сад. Также здесь есть камин. Бар, камин. Только никто не наливает. Далее у нас здесь постирочная. Ванная, так, где тут свет у нас. В общем, ванная комната с душевой кабиной. Там еще одна ванная комната. Ага. В ванных прям урожай. Здесь небольшая кухня. В общем, небольшая кухня. Дальше зал. Такие отдельные апартаменты, в общем, спальная комната. И вы выходите также вниз. А налево у вас котельная. Техническая комната.
Да, хорошо, мы с вами прогулялись. 20 минут, наверное, уже гуляем. Повторюсь, что, как и здесь, можно пообщаться с архитектором, вот, и сделать дом более открытый, более просторный. Я имею в виду окна сделать побольше при желании. Главное, чтобы понравилось само место. А душу и денежные средства уже можно приложить. Супер. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая будет внизу в описании данного объекта. Как всегда, желаю в первую очередь всем здоровья, хорошего настроения, благосостояния. Ждем вас у нас. Пока!